Зайдем в этот подъезд на этажи первого подъезда второй казармы. Расположение войсковых подразделений войсковой части 47-280 Алтуслагерь. Только сейчас мы были в подвале. Начинали видео как раз это, мы видели это Бузина. И пойдем на первый этаж. Мы здесь расчистили с вами, чтобы можно было нормально зайти и увидеть подъезд. И пошли. Только сейчас мы были в подвале, посмотрели баню. Так и будет называться видео, что баня во второй казарме первого подъезда. Вот сюда мы спускались и там походили. Фонарик у нас не подвел, но сел аккумулятор. Вот здесь уже нет рубчиков. Вот здесь они еще есть. Туда не сильно бежали в подвал. А здесь уже нет. Тут побольше было пешеходов, да. И почаще ходили сюда наверх. Поднимаемся на первый этаж. Кстати сказать, вот закрывашка-открывашка, она действует. Но не сильно она действует. Да, не сильно мы и хотели. Поднимаемся на первый этаж. Поднялись. Дневальный отсутствует. Ну да, сейчас он прибежит сюда. Мы здесь были. Заглядывали с неделю назад. Тут позаглядывали и ушли. Сейчас пройдем по этажам. Да, делаем видео по просьбе подписчиков канала. Вот здесь и был диванный. Направо вот это туалетное окно, извините. Это умывальник. Напротив комната небольшая. Абсолютно одинаковые все казармы. Ну, некоторое расположение только по-другому. Еще одно небольшое помещение здесь. А здесь большое. Это все первый этаж. Первый подъезд, второй казармы по счету. А сегодня 14 июня 2023 года. Видимо, спальное помещение. Напротив. Вот это мы заглядывали с той стороны. Тарелка. Что уж тут она делает? А нет, извините, тарелка, ну пластиковая. Он не может быть. Что-то тут она по назначению. Я думаю, тут фаянсовая. Это туалет. Да, туалет. Вот здесь первая по счету казарма. И с окна бы видели клуб, но его не видно. Даже пытаться не будем посмотреть. Что уж тут был такой закуток. Небольшой. Да, хранился инвентарь. Инвентарь для уборки помещений. Фонарь, который батарея села,
Вот красный индикатор. Он еще немножко работает. Ну, он дает знать, что уже скоро кирдык. И мы идем на второй этаж. Дневальный не появился. Изыскание получит. Вот столовая, где питались подразделения артполка. И там дальше расположение этого подразделения. Развернулись. Здесь поднялись мы. Здесь дальше продолжаем подъем направо. По коридору пройдем, пока еще направо еще раз. Решетка окна, значит, оружейная комната. Ну, народная примета такая. Вот здесь приспособление для питьевой воды. Можно было попить водички. Ну, раковина, чтобы было. Не мыть же тут руки. Ну, это можно было, наверное, по-быстрому. По коридору. Направо это умывальник. Где-то мы все-таки заглянем на клуб. Пасмурно делается. Должен дождь пойти сегодня. Посмотрим. Вообще все сохнет быстро. Сохнет. Желтый вон клуб видно через окно. Элементы. Фрагменты, да, фрагменты. Все так же, то же самое, как на первом этаже. Ну, это нищий. Нищий. При прежних хозяевах здесь хранилось оружие. Оружейные пирамиды. В некоторых казармах я встречал, вешалки здесь были для верхней одежды. Ну, верхняя-то шинель, бушлат. Ух ты, какой инструмент нашелся. Клещи. Посмотрим. Точно, клещи. Немножко солярку бросить, отойдут. Ничего с ними не сделается. Тут как-то странно. Трубы вот проведены по потолку. На чердак, что ли, пошли? Конечно, чердак. Да пол сорвали, тут кое-что вот нашлось. Здесь мы заглядывали. Вот это туалетная комната. О, какой шум. Туалет. Такая же, как на первом этаже. Каморка.
Чекуток. Я говорил на нем. По рифленой плитке пошли, пошли, пошли. Да, мы хотели посмотреть еще на клуб. А как нам это сделать? Ну как, вот так. На удивление, стекла целые. Вот клуб здесь. Да, чуть левее там будет центральный вход. А, вот же должно увидеть хорошо. Тут стекло разбито. Все. Посмотрели помещение второго этажа. Смотрим на время. 11:55. 12 часов. Может, видно. И посмотрим на 11 минут. Мы уже ходим. На чердак пойдем. Сколько получится. Может быть, там фонарь не потребуется. Да, мы хотели еще фотографии сделать. Это чердак. Помещение на чердак. Нет, помещение, чердачное помещение. Мы развернулись, и вот тут столовая артполка. Да, велосипед должен быть на углу. Птички слышны. Без фонаря не обойтись тут. Текстов нет, по-быстрому посмотрим. Второе помещение. Вон как уже проходилась крыша. Экономим фонарь. Да что за железяка такая? Подойдем. Что бы это значило? Орканури Демпель 91. Теперь смотрим по всем стенам. Павлодар, Наманган, Караганда. А как читаю быстро? Когда большие буквы, еще могу. Акрам. Каракалпакская, Беруш, Алматы. Под стеночкой, это что же написано? Саня, Белгород. Саня, Белгород. Докучаев, докучаев. Дембель, осень, 92. Николаев. Дембель. Жалко, что с фонарем у нас напряженка. МРТМ. Мухаммед. Мухаммед. Эшенткур, Руслан, Талант,
талант. Эрк, кы, эркин. Мырза. Это вот все надо читать сверху вниз. Это все сверху вниз читается. Да. Тут нашкаребано еще. Фонарь, конечно. Подвел. Хоть в подвале походили, там не подвел. Направо помещение. Много помещений. Ну, не так уж и много. Мы пройдем это, потом снова выключим. Большое какое помещение. Посмотрим на стены. Тут нет ничего. Налево еще помещение. Дембель. 92. Казахская ССР. Крым. Феодосия. Угу. Джесказганская область, Кольский район, из Кольский. И маленькое помещение тут есть. Свет нам тут уже не нужен. Нет текста. Никаких. Видимо, кладовки были какие-то. Кладовочки, бендежки. Тёрки. Теперь мы уже не жалеем наш фонарь. Уже мы заканчиваем. А вон там вход на чердак. Я вижу люк. Все собирался как-то залезть туда. Теперь уже не полезем. Вот он. Люк. Вот так уже соблазнительно. Ну, вон как соблазн. Вот он, потолок уже упал. Да. Посмотрели мы все этажи. Все это два. И еще помещение чердака. Первого подъезда, второй казармы. Где размещались подразделения войсковой части 47-280. Это напротив столовой артполка. Водички попили. Дивальня не появился. И мы уходим. Сегодня 14 июня 2023 года. Видео мы сделали по просьбе подписчиков канала. Опять же, к слову, просят меня сделать там видео съезды туда-то. Пожалуйста. Ну, отвечаю уже как могу. Не один раз. Не все доступно для съемки. Далеко не все объекты доступны, как и территории. Это здесь, поблизости. А дальше вообще там мрак. Ну, дальше это, например, по съезде в Потсдам. Там наша часть, там вот, пожалуйста.
ни адреса, ни наводки никакой. Ну, приедешь туда. Вот представьте, приехать в совершенно незнакомое место и искать то, что не знает никто. Так что я извиняюсь, место сложно. Да и далековато уже, далеко стараюсь не ездить. Никуда. Причину? А, причина понятна. Мы ее не будем озвучивать. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Алтослагерь. Вот уже солнышко. Не видно, наверное, все-таки дождь будет. Ну, посмотрим. Бузина. В огороде бузина, у Киеве дядька. Вот как раз и подошло. Это крылатое выражение. До свидания.